еще около часа угробить на тюрьму. Ну, сейчас. Бощик. Бощик. Ну, еще 4 хила живые. Может выйти. С бубликов только выйти, чтобы вас хилили. Дыхание. Сейчас колодцы появятся, там отойдите раньше, словите. И с них сразу выйдите, чтобы себя прохилить можно было. Вот, выйдите с них. Погружение, готовимся в бублик зайти. Заходим. Заходим. Выходим. Что там лям, да? Ну, вот те, кто выжили, поняли примерно, как играть. Нужно, чтобы все остальные также поняли. Пошли еще разок. Все вроде предельно ясно. Кто в это? Посмотрите, кто с миликов ебланит. Кто фотбоссом разливает эту парашу? У кому, сука? Типа, там невозможно посадить, кто это все разливает. Потому что он 3 секунды дается, чтобы выбежать. И просто ты уже ходишь, я смотришь только на свой дебаф. Короче, нахуй. Ебаные милики, нахуй. Сука. Ебучие бомжи, нахуй. Сбейте, сука, автоатакой, нахуй. И смотрите в свои ебучие дебафы, блять. Или это пиздец, нахуй. Подожди, просто вы оставляете под боссом эту хуйню, этот купол, блядь, и в итоге приходится бегать, двигаться, люди теряют ДПС, блядь, да. И помимо этого... Там сейчас 4 штуки. А что, они отображаются сложно. В дебафах разве эти бублики, если да. На тебе будет? Да, и ДБМ орёт, что на тебе. Просто я каждый раз смотрю, типа, ну, на мне ли он или не на мне, он появляется потом подо мной, все, я все равно хуй знает, как это. Да, скорее всего, я еще раз говорю, если что-то непонятно, нахуй, то это означает, что вы играете без аддонов. Вы нихуя не видите. Вот все, что вы должны понимать. Я не хочу играть и нихуя не видеть. Поэтому я поставил вуду. Написал там древнее проклятие, блять. Вот у меня есть блокнот, блять. ТТГ называется, нахуй. Я открываю второй босс. Древнее проклятие, теневой колодец. Как забивается это вуду, блять. Все тоже могу объяснить, блять. Вот на следующий РТ поставьте ебучее вуду. Там будет 25 таких зеленых плашек. Там и ники людей. Можно свет класса включить. Можно настроить размер, шрифт. Любую хуйню нахуй. Когда это древнее проклятие вешается на вас, я вижу, оно у меня становится фиолетовым. И смотрю, блять. Ну, типа, если заморочиться, кто, типа, не выбегал, я могу посмотреть по видео, кто с вас не выбегает, блять. Если вы по КД не выбегаете, это значит, вам это нахуй не надо, типа. Ну, вы тут играете, вы думаете, за вас все сделают, нахуй. Либо вы начинаете играть как команда, нахуй, выбегать, сейвиться, хилиться, блять. Либо тут нехуй делать. Вот что вам нужно понимать. Милики, нахуй, конкретно к вам. Вот вас сколько человек, нахуй? Около 10 человек. Звук, блядь, эти как, рарник, мулицист, железный, блядь, ну стресс, история, топа, свято, севилаша. Это пиздец. Вы должны посмотреть свой ебучий дебаф, выбежать. Налить этот бублик не под боссом. РДД тоже рейндж должны словить. Вы должны, сука, видеть на себе бублик. Не через 5 секунд, когда он разлился, и вы 5 секунд в нем простояли, а вынести нахуй, когда он еще не разлился под вами, блять. Чтобы это видеть, я уже сказал, что надо. Поставить себе ебучее вуду, блять. Если вы сейчас битвуду, то смотрите правый верхний угол экрана, блять. Там есть такое орда, премиум, блядь, VIP, нахуй, и мини-карта еще нарисованная. Вот там квадратики будут появляться. Если вы не уверены, сука, что тот квадратик это или нет, или не успеваете прочитать, вы бегите, постойте, пофикашьте, блядь. Ну, касается тех, кто, сука, постоянно, блядь, с бубликом под ногами оказывается. Если вы не будете думать о людях, которые с вами в рейде играют, ну, за вас тут никто ничего не сделает. Этот босс не в одного убивается, а в 25. Надо играть всем хорошо. Юби, готов? Реводила. Чего? Ну, нет сопротив. Холи Палм готов? Реводила. Релок. Кто не понял. Сопротов нету. Ну, значит, вам это нахуй не надо, ебать.
Это у меня дон старый, он не то пишет, вот этот, который мне линкует. Ой, если что, я, который випсин, даю, блядь, гимн по ситуации, то есть если я вижу, что рейду пизда. Короче, я смотри, его стыкиваю. Гимн оставляй. Когда уже... Манс тогда сдам, как скажешь. Да, потому что это... Ну, короче, смотри, вот как мы Геру дадим на 35, да, 30%, вот тогда первое дыхание твой гимн, на второе дыхание бисера гимн, дальше уже хуй знает, как можем, блядь. На счет три пуля, раз, два, три. Захиливаемся. Черная параша. Выбежали. Так, сейчас босс немножко будет двигаться, потому что на мне эта хуйня. В принципе, я тайминг понял. Дыхание каждые 30 секунд, этот удар каждые 20 секунд. Вот сейчас дыхание. Нахилимся, никого не роняйте, прям старайтесь. Опять в меня это пидорасы идут, да? Милики, смотрите, в лужах в этих не окажитесь. Я их немножко тут разолью и отойду куда-нибудь. Пойду в другое место. Сейчас дыхание будет, смотрим. Нет, вроде пока нету. 40%. Еще немножко бьем. Вот с черной хуйни вышли. Давайте Геру уже похуй, уже ебашим. С колодцев вышли, вышли, чтобы вас хилить могли. Нормально. Дыхание захиливаем. Давай, вот на это випсень, давай. Хорошо, прям. Full DPS. Вот сейчас смотрите, проклятие на вас, рынжу, да, словите. Я, короче, поведу куда-то босса. Скажу, вот проклятие, с бублика вышли. Зашли в бублик, Быстрее, быстрее, нахуй. Ну, видите, каст. Хорошо. Бисер на хп, читай. Блять, у меня лагает, пизда, нахуй. Те подохли, нахуй. Просто, блять... Нахуй пизда, я ебу нахуй. Вроде на погружение зашли, потом как-то сдохли его, пизда, быстро, блядь. Ложитесь. Вы хоть понимаете, как вы вздыхаете там? Я, да, я понял, я просто рано вышел с бублика. Хотя он вроде уже кастанул. Чуть надо, значит, ждать еще стоять. Кстати, блядь, я сейчас забыл нахуй про незыбку вообще в край, блядь. Надо на бублик сдать, потому что там пизда, вы вышли и как каким-то образом нахуй сдохли, пизда. А, я знаю, чего вздыхаете. Это. Вот эти сферы, которые появляются, да? Ну, вы имеете в виду, то есть позиционку свою так рассчитываете. И, кстати, линканите дамаг, кто там сколько дамажит. Перекрыть это сферы, потому что лишь по одной простой причине, где бублики, ты ж не будешь в бублике стоять, блядь, и сейвить эту ебаную сферу. Это надо разливать на... Стойте, на проем. Ты немножко не понял. Вот эти сферы, которые на после 50% босса, они просто уешь этого круг, их не надо перекрывать. От них надо, наоборот, уйти. Там либо их заливать, ну, я не знаю, хватит у нас дамага или нет, скорее всего, лучше босса бить. Вот. Вот эти сферы, они уешат. С них надо выйти. Ну, типа, у нас миликов дохуя. Там? Ну я нахерачил ее, 300к набил по сферам. Ну типа, я не знаю, или сейчас пробовать свичиться в эти сферы, потому что они дамажат, ну прям по 5000 где-то в секунду они дамажат, это огромный дамаг. То есть, что дамажит? Бублики дамажит, черная лужа дамажит, потом, что еще дамажит? Сферы вот эти, с них отходить надо, ну по крайней мере РДД стараться.
Милики, я не знаю, ну типа, или заливайте сферы возле себя, чтобы меньше дамага. Милики заливают. Я вам 300 тысяч надамажил. Короче, смотрите, ну это большой дамаг. Ну, постараюсь не зыбку на погружение оставить. И, ну, также стараемся, все, сейчас посмотрим, может лучше будет. Но про незыбку забываю, пизда, потому что я на РНЖ с боссом стою. Вам надо все это говорить, и за своей игрой совсем не смотрю. Там притон ушел. Пришел тебе суммон? Я давно не покупал сопроту. Сотка. Сотка это дешево, это хорошо. Нет, центик, оно так и стоит. Там пришел тебе суммон, нет, притон? Да, да. Ну что там принимает? Тут уже бафы дали сейчас. Все, на нем бафы вроде есть. Проверка. Я киса. Я киса, прием. Блин. А киса тут нет? Бать, у тебя там микрофон возле носа. Киса, ты где там? Пиздец. Киса от кис. Да, вылетел. Диси он нет там. Да зашел он вот. Киса, вот ты ходишь? А он в игре уже стоит. А еще раз проверка. Да блять, пиздец, стоит и стоит. Вуду подистан. Ну он двигается. Да нихуя он не двигается, он стоит. Погружается, наверное. А киса? Блять, прием. Вот ебать, что-то кто-то скинул там. Так, ну это грид, насколько я понимаю, да? Хуй знает, показывает там это проклятие или нет. Офнулся, киса. Талзе, ДПМ, что это значит? А, Вихторка ДПС, Омен. Ебать, рейд ХП, Пет. Жесть. Жестко. Да-да, это я. Этот. Блять, я хуй знает, хватит без него хила или нет.
Призен, давай тогда, пока его нету, в этого в хила прыгай. Если ты него похилишь. Тебе проще, стоишь в РДД, просто цепуху кастуешь и все, не паришься ни о чем. Ну главное, что выбегает, смотри. Пожри что-то. Киза зашел. Киза зашел, сука. Двигается все. Будь в хиле, короче, будь в хиле, похуй. Может, ты еще проще станет захиливать. Главное в публике зайти. Так, только Акису надо будет вот сюда примерно. Шаман готов с длинным ником, короче. На тебя тогда луну поставлю. Вот прыгает. Еще раз проверка. Все готовы. На счет 3 запускаю. 1, 2, 3. Все уже, в принципе, вы видели, сами смотрите за всей хуйней. Старайтесь. Черная параша там издалека идет, видите, он сейчас приближаться будет. Там дыхание, цепухи кастуем. Но я сверху закрывал. Это я мика рейс не притону. Заебал дышать. Бущий босс. Опять эти пидоры в меня идут. Там в мели это сфера. Да, их тоже надо закрывать, если даже в мели. Блять. Вы выбегайте с черной хуйни. Забегайте, брат. Вот сферы видите, фул зауешьте их, дайте пару ливней. Фул зауешьте, у них там 100 тысяч хп, вышли с черной хуйни. Че там, 38, зашли. Сферы зауешьте, они просто по 5000 дамажат по нам. Бублики вышли с них. Про бублики не сказали или нихуя. Буду отходить отсюда, к тому бублику. Так, следующее дыхание, выпси на хп. Ебать, сдох нахуй, но стресс нахуй. Все, милики, уже за боссом идем, сейчас стараемся. Проклятие, сейчас рейндж словите, сейчас бублики новые на вас, секунда, разольются. Из них сразу выходим. Да, Гера, заебись. Сразу из них выходим. Так, с черной хуйни вышли. Я готовлю незыбку. С черной хуйни вышли. Дал незыбку на это дыхание, блядь, что-то мне кажется хуёво. Готовимся. Готовимся, скоро погружение будет. Дамажим, ебашим. Главное, не стойте в бубликах и в сферах. Погружение, смотрите, возле одного бублика встали, зашли, теперь вышли, бисер, бать, жестко нахуй, ну эти сферы нахуй двойные дамажат, либо их заливать тоже нахуй. Походу, да, потому что мы идем с миликами и стоим, вот нас 4 сферы вокруг и дамажат нас. Полученный урон линканите, от чего идет. Короче, босс должен на месте стоять, не надо его двигать. Но он не может на месте стоять. Мне надо уходить. Там кольцо видел, как разливается криво. Я помню, нас
вот этих вот духов ловил вроде бы вар с тринкой на танка просто и все. Да там поебать, кто ловить будет. Там дамага-то нет особо. Просто дальняя цель. Любой маг может ловить подгул. Зачистка мусора. Не это. Развертку. Вот допустим, от чего на стресс сдох. Ну я, допустим, от чего сдох. Конкретно. Колодец тьмы — это вот эта хуйня. Взрывающаяся тьма — это что? Это на полу лужа. Поглотитель — это босс. Вот сфера тьмы, вот это 70 тысяч. Вот это параша. То есть та хуйня, сколько у них хп? 100 тысяч, да? Их надо зауешивать. Ну, они еще, сука, еще часто появляются. Короче, надо как-то ауешно играть начинать. Вот эта сфера тьмы, она всех разъебывает нас в конце. Просто я стоял нахуй на танке, сдох, блядь. Милики там рядом подохли. У них 100 тысяч хп у этих сфер, нахуй. Сколько там прям, пиздец. Их разъебать недолго. 200? Ну, 187. Но все равно, нахуй, лучше их зауешить. То есть постоянно ауе включать. Давай. Синтек, бисер, бегите. Оставляйте, короче, зубы, ДСшники, на вот эту хуйню. Когда мы погружение во мрак заходим, на себя давайте зубы, чтобы вы выжили. Массакруху ли палка, да, отдаешь? Жду твоей команды. Короче, тоже на погружение оставь, вот как мы заходим и когда выходим. Окей. Там бублики наши. Чтобы... Так пусть паладины под дыхание меняются, ауры и зубы. Да они уже меняются. Дыхание у нас прохиливается нормально. Давайте, надо этого пидора сегодня разъебать. Равник готов. На счет 3 запускаю. 1, 2, 3. Еще проблема в том, что вокруг танка дамажит. Это хуйня. Поэтому я отбегаю от него, чтобы миликов не дамажил. Вот сейчас я под панцирем, этот удар по мне не прошел. Вышли. Вот сейчас через 5 секунд он на меня кинется. Вставалку юзай призен, сразу ему щиток, сразу ставь тотем. Нет у него. Синтек, реса его. Скоро дыхание будет. Вот дыхание. После дыхания встанешь. После дыхания. Захиливаемся. Вставай, щиток ему. Тотем ставь. Дыхание, захиливаемся. На меня эти пидоры опять идут. Милики, осторожно. Милики, осторожно. Так. Вот сферы, видите, появились. Вот возле босса разъебите ее. Черная хуйня вышли. Проклятие выбежали, рейндж между собой набрали, черная хуйня отошли, либо зашли. Кому как удобно. С колодцев вышли, чтобы вас хилили. Вышли быстрее, вас сдохните сейчас. Сука, хилы, ну. Вот, дыхание захиливаем быстрее. Давайте Геру. Значит, на следующее дыхание... Выпсень, на хп будешь давать. Проклятие, вышли с колодца. А, заходим. Минус фулл рейд. Заходим в колодце, падаем. Блять, в колодце вот стоим, прям лежим в этом колодце, все дружно, блять. Так он баф не... Зашли. Баф не сразу ловится, там через полсекунды примерно ты заходишь, и появляется на тебе уже баф. Когда полкаста у босса, тогда надо уже быть. Там надо прям в центр еще зайти в колодец. То там, если сбоку зайти, то он все равно сложит. Покидайте тело, бегите быстрее в инст дальше. Вы смотрите сами тоже. В
Потому что, ну, я вам не скажу погружение. Вы еще у вас реакция. И стойте возле колодцев. Вот они начали появляться сразу. Стойте недалеко от них, чтобы у вас было время среагировать. Ну и также и от сферок подальше. И, ну, короче, блядь, позиционку свою выбирайте. От вас дохуя что зависит. Если вы не сыграете, хуй кто за вас что сделает. Просто минус 20 сразу. Еще раз, там, если кто не знает, не знаю, как вы играете, но когда босс кастует, у него над головой или где-то там появляется полоска такая, что он кастует, там написано на этой полоске. Надо это читать, все смотреть. То есть кнопки, которые вы там ротацию нажимаете, хил одну кнопку цепухи нажимаете, это хуйня, это надо делать, несмотря на панель. Вы должны смотреть на то, что происходит в рейде с боссом. Смотрите внимательно. Давайте сыграем нормально. И уже убьем этого пидора. Там падают шмотки, блядь. Охуенные. Еще полчасика. Сферами. Мы сферы будем бить, не будем бить. Блин, гоните дамаг по сферам, давай посмотрим, кто их бил. Ну, если не бить, просто больше шансов, что они упадут все милики, и все. Там в конце их очень дохуя просто. Ну да. Ну хотя бы возле миликов надо разъебать. РДД-то от них могут отойти и дальше дамажить. Милики сдыхают. Вот смотри. Июми побил. Из миликов Святос побил. Малефицист. Бадикон 100 тысяч. Ну короче, всем похуй, это называется. Ну типа надо у них прям... Вот они появились, да? Первые там две там или сколько их. Они, кстати, я заметил так же, как и проклятие. Появилось два проклятия, две сферки. Четыре проклятия, четыре сферки. Вроде так. Ладно, давай. Вроде все готовы. На счет три буду запускать. Раз, два... 3. Скоро дыхание, смотрим, захиливаемся. С черной хуйни выходим. Я сейчас отбегу, потому что он меня застанет и будет вокруг меня уешка. А, что-то не кидает только. А, вот кинул. Вот видите, я встану, стою, и вокруг меня дамаг типа идет. Вы бьете, дамага не получаете. Хотя вроде немножко идет. Дыхание захиливаем. Так, что там, на кого мобы идут? На кого-то ближе к ромбику. С мобами понятно, да, как по одному хлопаете, лужи из лужи выходите. На кого они идут, смотрите, отбегайте. С лужи выходим, отходите от лужи. Дыхание скоро будет. Дыхание захиливаем. Блять, Июми нахуй, ну... У него эти лужи были, да? Ями, Кареса и Июми. Я понял, нахуй, и в меня еще пришли мобы. Ну, резнули там, нет? Удар Юксарона. За хил, фулбаф по нему, вон сверху. Хотя бы возле босса за его ешьте, там 100 тысяч всего лишь. Босс будет отходить сейчас. Готовимся. Колодцы, смотрите, секунда с вас выльются. Вышли с них, сука. Чтобы вас хилить могли. Блять, я перебегу к тому колодцу, я ебал. Милики, не знаю, там, как хотите, выживайте. Дыхание. Випсень на хп читай. Юми сдох опять. Колодцы, смотрите, секунда выльются с вас. Погружение во брак. Дал незыбку, готовимся, зашли в эту хуйню. Теперь вышли. Бисер на хп. Ну, до следующего погружения еще время есть. Короче, убегаем теперь. Бэл! Ебать ты орешь. Убегаю отсюда, потому что этот... Там сферы дохуя, босс будет идти, сейчас смотрите. Милики тоже, босс пойдет, убегайте. И будет еще древнее проклятие кидаться. Вроде рейд живой. Смотрите, ну 5 лямов надо добить. Вот сферы тьмы вышли. Дыхание. Просто массакру давай на вен. Черная хуйня вышли. Захиливаемся как можем. 4 ляма. Проклятие, смотрите, 3 секунды с вас, 2 секунды разлет. Секунда, рейндж словили. Вышли с бубликов, чтобы вас хилить могли. Вот, 3 ляма ебашим.
БР на кого угодно. Давайте БР, чтобы побили немножко люди еще. Дыхание захиливаем. Свои сейвы, ШВ наживаем, всю хуйню. Баблы. Два ляма. Ебашим, кто живый. У вас 10 ДД есть или 15 даже. Два ляма. Сейчас колодцы скинутся, бублики. Секунда, скинулись, вышли с них. Черная хуйня, вышли. Точнее, зашли. Что? Так, сейчас надо войско дать. Даю войско. Живите, короче, как можете. 500 тысяч. Да там полвида живые. Уже нет. Погружение. Зашли. В бублик заходим. Ну это чисто, я не знаю. Да, нет. Сейчас попробую урдалака съесть. Вешать метку на босса. 300 тысяч, 200 тысяч. Дыхание. Нажал зеленку. Может быть добью. Сейчас незыбка откатилась, может быть добью. 90 тысяч. Даю незыбку. А нет, еще немножко до незыбки. Дал незыбку. Ура, блядь! Еле-еле просто за это завезли, блядь, этого пидора. Короче, понятно, да, это второй по сложности босс. Ну, вообще, может быть, даже и третий. Но на собаке там... Блядь, там если понимать, что к чему, и видеть вот это все, как... Ну, сейчас вот вы раздупляли, сколько траев. Так, посмотрим, что там выпало, значит... На чё плечи зачерпнули? Да, какие плечи? Так, плечи, значит, ловкость, выносливость, так, сила атаки 180. Ловкость. Ну, хз. Ну, надо жмите там. Это, наверное, а вторые? Фурик. Я не дошел еще, сейчас давай я тебе раскину. Кто там, роги надо или кому? Короче, вот эти вот, сила атаки, РП, крит. Это плечо, короче, 271. Смотрите, кому надо. Рарник нажал, анрольный. Не-не-не, я что-то не то. Анрольный надо тебе? Кому надо еще? Быстрее. А там, да, если я грудак поменяю. Тебе дать плечи эти? Ну, закинь их, все равно двое, разница-то какая. Там чарки разные, наверное. Да, на второй, короче, второе плечо. Тоже крит РП, сейчас скажу. Тут двойная атака. Но это, короче, хорошая штука, я не знаю, на ретрика, ну тут видишь РП, на фурика, наверное, на ДК, БДК зайдет. Смотрите. Да, на фурика, наверное. Раз в 15 секунд. Двойная атака, она очень хорошо ДПС апает. Роги, может быть, вам сойдет двойная атака. Роги очень быстрые атаки, хз. Ресните, пожалуйста. Сейчас ты где лежишь? Ребята, я перебью. Чем мы сейчас дальше тратить? Пойдем сейчас... на следующего или ВК-25? Сейчас посмотрим. Ну, на собаку сходим, посмотрим, что там, как. Ебать, мы в дизель. Ну ладно. Если хуёво будет. Ну там тяжело для 25-ки это все сообразить. Надо, чтобы люди в десятках позакрывали. Короче, но... Малефицист, Святос, вы по 100 нажали. Ну я не знаю, ну рольте. Кто с вас? 50%. Хорошо, Малефицист тогда даю. Это плечо. Дальше. Что тут выпало? Значит, рейтинг скорости. Это, короче, грудак кожаный. Дух хаст. Эрдрушки. Эрдрушки. Ну, тут рейтинг скорости, хуй знает насчет эрдрушки. Синтек, ямика. Синтеку или ямики закидывать? Короче, синтеку пока закину, там смотри сам. Так, а это что у нас? Огнестрельное мастерство, меткость, защита. Нихуя себе. На протовара. У кого там протовар? Малефицист тебе надо, да? Так, Святос. Да, я взял бы, если никому не нужно больше, я взял бы. Ну там Святос 10% и ты нажал. Короче, тебе закину, а там смотрите уже, кому нужнее статы там капы подбивать. Пошли посмотрим на собаку. Наверное, если хуёво будет. Потом, короче... Как в десятке же все, да? Чё в десятке? Ну... Точно так же, да, собака работает, прям ничего нового в ней нет. То же самое, да. Ну тут просто больше людей и меньше места. Ну я помню, нам в тот раз в десятки подохуели мы дружно. Короче, я не знаю. Также саппроты, да, надо пить? Да, тут саппроты на всех боссах нужны, ну дамага дохуища. Короче, что тут надо на собаке понимать? Здесь с пула через 5 секунд кидается на весь рейд два вида меток. Фиолетовая и зеленая. Значит, она кидается 12 на 12 и одно тело еще там, не знаю, ну случайно, может быть либо фиолетовое, либо зеленое. Значит, как у нас пати? Давай раскидаем. Допустим.
Так. Допустим, вот так. Значит, первая, вторая пати это фулл милики. Так. Вилаш, я тебя перекину сюда. Шаманы, короче, будьте в хилах. Короче, кроме... давай, кроме Призана. Призан у этого Венха. Ямика сюда. Так. Вот смотрите. Первая, вторая пати. Мы начинаем отсюда. От звезды. РДД начинают отсюда. С этой стороны. Вот как она рассчитывает, как кому, какие метки дает. Ямика в сову. Значит, ближе кто находится к собаке, те черные получают метки. Короче, фиолетовые метки это когда вы не двигаетесь, вот так вот стоите, то на вас копятся стаки каждую секунду. Если третий стак накапливается, то вы получаете стан на 5 секунд. То есть 5 секунд нихуя не можете делать. Вот. Дальше. Зеленая хуйня то же самое, только вот вам надо видеть, какая на вас метка, зеленая или фиолетовая. Зеленая хуйня та же самая, только с точностью да наоборот. Если вы стоите, то все заебись. А если вы бегаете, бежите куда-то, то каждую секунду вашего движения копится стак. Если вы накопили 3 стака, у вас ловится не стан, а дезориентир. И вы вот так ходите, как будто словили эфир. Вот так туда-сюда, туда-сюда, блядь. Вот. Дальше. Словив метки эти с пула, начинаются способности босса. Значит, он кастует также АОЕшку под собой, отбегают милики. Также это самое... Короче, кидается на людей 3 вида хуйни, короче. Либо вокруг такой кружок, он пульсирует. Это просто 500 дамага наносит вокруг всем. Ну, это похуй, это прохиливается. Либо появляются кольца такие, и они как бы не пульсируют, а появились, и через 3 секунды из них вырвется фонтан. То есть какого цвета у вас метка, с такой фонтан и будет зеленый, либо фиолетовый. И третья хуйня – это метки над головой. Их там 2 появляются, или 2, или 3 метки над головой. Она может быть либо зеленая, либо фиолетовая. Метки над головой, это, короче, если вы вот так один стоите, да, вот я такой стою, у меня метка появилась фиолетовая, я стою такой и сдох, там 70 тысяч дамага сразу. Если я подойду вот к вам, к 10 людям, то дамаг разделится, мы все получим там по 7 тысяч, ну, с учетом саппорта, там поменьше получим и не сдохнем. Но под нами появится лужа такая фиолетовая, она крутится. Теперь фишка босса. Лучи, это хуйня, короче. Будут появляться лучи. Когда появляются лучи на полу, там есть такое место, где пол вот обычный, как вот вы сейчас видите, а слева-справа будет этот луч, нахуй. Вот. И когда анимация вот эта вот такая хуйня пройдет, типа параша льется такая по полу, прошла, и появился на том месте, где вы стояли, где ничего не было, появился другой луч, сразу переходите в другое место. Сейчас вот увидите. Сейчас на первых лучах посмотрим. Это хуйня, это все легко сделать. Ну, типа, если 20 IQ есть. Вот. Дальше. Самая хуйня, что вайпает рейд, это называется конфликт стихий. Как он происходит и от чего он происходит? Конфликт стихий это такая хуйня, когда я вот такой милик стою, прыгаю, бью босса, да? На мне фиолетовая метка. Все заебись, меня не станет. Я даю 100 ДПС, блядь. И, короче, такой с зеленой меткой, какой-нибудь еблан, какой-нибудь РДД такой подходит, блядь, ко мне. И просто вокруг него там ауешит это параша, да, пульсирует по 500 урона. И мы славливаем конфликт стихии. Вот он подошел ко мне, я получил урон от его хуйни, вокруг которой его по 500 дамага. Но я получаю дебаф на 5 секунд, который висит на мне на 5 секунд и бьет по всему рейду. По всему рейду бьет. Он тайной магии, по-моему, бьет, не помню, чем он бьет там. Он бьет по 5000 каждую секунду в течение 5 секунд. То есть это 25 тысяч урона по всем 25 людям. Вот эта хуйня, которая шотает рейды. Как она ловится? Она ловится, когда метка фиолетовая ловит зеленый урон. И когда зеленая метка ловит фиолетовый урон. Что нужно сделать, чтобы этого не было? РДДшникам, которые не двигаются, которые зеленые все, вот хилы под зеленым, РДДшники зеленые, то есть 5-4 пати и часть людей с третьей пати.
зеленой меткой, они не двигаются. Им нельзя находиться в черных лужах, нельзя в черных колодцах находиться, нельзя возле черных людей находиться, блядь. Это не расизм, блядь. Вот. И то же самое фиолетовым людям. Нельзя заходить в зеленую лужу, нельзя заходить в зеленый луч. Лучи тоже зеленые и фиолетовые. Вот. Если эту хуйню вы сообразите выполнить в 25 человек, то тогда этот босс ляжет просто сразу. Если, ну, давайте популяем, посмотрим. Значит, третья, четвертая пати. Третья, четвертая, пятая пати. Стойте. Все возле, в районе кружка. Эвилаша и Призан можете немножко посередине стоять. Надеюсь, на вас кинется фиолетовая хуйня. Если фиолетовая, то два варианта. Либо прыгать по КД. Вот, но прыгать надо прям, ну, нажимать, чтобы у вас персонаж это не задерживался. Потому что там так работает, что оно именно когда с 0.9 до 1.1 секунды идет вот этот промежуток, то в этот промежуток вешается стан. Стак. Вот, ну, соответственно, если вы прыгнули, допустим, да, и с 0.8 до 1.1 вы не прыгали, а стояли, и потом прыгнули, то на вас один хуй словится стак, а потом с 1.9 и до 2.1 секунды вы тоже стояли и потом прыгнули, и будете говорить: а, ебать, я прыгал, меня там в воздухе застанило, нахуй. То есть вот, чтобы вы понимали. Либо, если вы, ну, у вас не получается прыгать, хуёво пробел, там сложно нажимать, то бегайте право-лево. Вот, если все равно ловите стаки, то попробуйте дольше пробежать. Попробуйте круг навернуть. Ну, как-нибудь придрочитесь. Все, проверка. Сейчас попробуем, посмотрим, получится. У меня вопрос. Эта метка вешается один раз на весь рейд, или они потом обновляются? Эта метка вешается один раз на весь рейд. И до конца уже. Если человек упал и его резнут, у него какое-то время не будет метки, но зато на него будет вешаться любой дебаф. Либо фиолетовый, либо зеленый, и он даже может сам от себя конфликт словить. Вот, поэтому здесь с БРами очень туго. Ну, даже если кто-то кого-то БРнет, то тот человек, которого резнули, нужно сразу съебаться от всех. И только когда он словил метку, уже действовать в зависимости от того, какая метка. Если зеленая, стоишь, дамажишь. Если фиолетовая, прыгаешь. Ну, а теперь на счет 3 пуляем, посмотрим, что получится. Раз. Давайте, подожди, напомни, где бисер? С миликами или... Бисер с РДД. Ну тут с миликов вон их сколько дохуя людей. Кстати, давайте сразу сделаем так. Сейчас я немножко пати поменяю. Милики, допустим, со мной будет что тут? Зукля на стресс чилить. Хистория, Святос, Рарник, Зукля. Вы со мной с Войдом бьете собаку. Вторая пати. Все вары, топа и титикака. Съебывайте. Сейчас вам покажу куда. Съебывайте туда. И там чилите, короче, вот ромбик. Это после пула, когда, ну, короче, 5 секунд побьете там, бурсты не отдавайте, ничего, и съебываете туда в ромбик. И там просто, как одинокие индейцы, бегаете, прыгаете, но подальше от нас. Для чего это делается? Для того, чтобы мы, когда колодцы появятся, там люди выбегали с них, был рейндж, куда им выбегать. Ну, понятно, для экономии места. РДДшники, смотрите, тоже там, если хуево, короче, похуй, давайте, блядь. Уже пару раз выпадемся и все. А насчет ранжуху РДД наберите дистанцию 10 метров. Иначе вы друг друга повайпаете нахуй. Я сейчас посмотрим. Дайте кулак по рогам. Когда будет не пульсация, а лужа, не бегите на миликом. Миликом тоже там надо разбираться. Поэтому еще это будет стихия, это будет вайп сразу. Это хант, ты должен стенку к нам бежать. Ладно, давайте пару пулов даем. Вряд ли убьем, конечно. Насчет 3. Раз, два. Смотрим, что будет. Так, буду вести вдоль стены. Так, вот тут. Так, ну вот, вот допустим, все посмотрели. Эвилаша, Призн словили фиолетовый, как я и хотел. Первая, вторая словили фиолетовый. Все прям, как я и хотел. Ты бегаешь, стой на месте, у тебя зеленая метка. Зеленые, наоборот, не бегают. Ну а что, пульсацию ловишь? Сказал, дистанция 10 метров. Просто визуально смотрите, что происходит. Я потому что в стене я нихуя не вижу рейд, только метки на вас вижу, воду и все. Так, вот милики не отбежали, это получается сдохли. А, это что там было? Колодцы, да, вот эти были? Да, колодцы люди. Сокрушение там было. А, сокрушение, да, еще вокруг босса, вот с него тоже надо выходить. Так, подо мной лужа.
Вот шквальный обстрел, смотрите, лучи такие появились. Сначала вышли, фиолетовый такой пробежал, потом взошли. Сложно, да? Вот видишь, тяжело, очень тяжело. Да супер сложно, там 300 IQ надо, чтобы убить. Ну вот. Это получается, что у нас 15 лежит. 15-12. Ну вот им каждому надо объяснять тактику. Вот. Либо с пугами пусть. Да, если типа вам интересна эта хуйня, ну, тут тоже шмотки там выпадут какие-то. Вот метку поделил челик со мной какой-то, который шарит. Мне тут челики говорили, что, короче, этого босса, говорит, можно в 10 тел закрыть, там, в 25 или в 15. Сейф-зона, если что, милики есть. Вот здесь вот, где я в звездочке стою, здесь эти лучи не задевают рельсы. Ну вот, допустим, как бы, вот колодцы появились, да? Меня они, в принципе, не шотнут. Вы там 3 секунды. Если бы сделали админы 5 секунд хотя бы, люди, блядь, наверное, не вайпались бы так. Потому что, нахуй, давайте, выходим с комнаты, геры не давали. Лучи, давайте конфликт словим. Давайте словим конфликт. Все сдохнем. О, видите, как охуенно. О, заебись. Короче. Неохота что-то эту собаку ебаную травить. Давайте голосование. Кто хочет травить еще разок, нажимаем да. Кто хочет уже почилить, нажимаем нет. Так. Все хотят травить. Кроме Титикаки и Зукли. Ладно, давайте еще один трай дадим. И потом уже отдыхать пойдем. Если все остальные там, кто хочет травить, смотрите, если такая серьезная настроенность у вас есть этого босса убивать, то в ютубе есть убийство. Я много раз его убивал за разных персов, за танка, за ДД. Открываете, там плейлист есть. Там разделы, блядь, Сирус, Вов, там, блядь. И прям плейлист называется Талгород, блядь. И там вот эта хуета, вся, все записи есть. Там полистаете, поищите. Тюрьма Талгорода, блядь. Вот, чтобы у вас понимание было, там и вайпы записаны, и убийства, блядь. Жрите рыбу, сейчас последний трай даем, и все, и чилите. Ну, не знаю насчет ТВК, блядь. Так, что у нас? Короче, с понедельника я на сутках, и среду я на сутках. Давайте на вторник и ВК тогда оставим. Вторник и ВК пойдем. Плащи попробуем сделать. А понедельник, среду там десятки походите как раз. Все, проверка. Так, все готовы на счет 3 пуляю. Раз, два, три. Ну, метки кидаются идеально, прям как и хотелось. Алика на шок, ты стихию сейчас ловишь с меликами и вайпнешь рейд. Ну, меня в принципе вуду показывает, то есть кто ловит эту хуйню. Что можно потом посмотреть. Плюс в рекаунте показывают урон по союзникам. Вот тут это ОЕшка милики. Вот, Малефисис не выбежал. Вот синяя хуйня, стан челик получился, сдохнет, смотри. Оп, сдох. Интересно, Кош Роговский скидывает синюю метку? Вот смотрите, шквальный обстрел, да? Лучи такие на полу, да? С них вышли. И теперь на место, где был прошлый луч, зашли. Вот, изи. Тити как ословил конфликт и сразу сдох. Из-за этого повезло, рейд не сдох. Если бы его захиливали, то он бы положил рейд за 5 секунд. Тикака как словил конфликт? Словил луч? Я в стане стоял. А, точно.
Вот, в принципе, вся сложность босса. Вроде сейчас получше, меньше людей сдохло. Давай побьем дальше, посмотрим. Все ошибки, вроде все видно. Главное, чтобы вы тоже это все видели. Вуду поставьте себе. Тогда вы сразу лучше станете играть. А когда Гера здесь дается? Гера? Ну, тогда, когда рейд не падает по 10 человек. Сейчас смысла нет. Так, что-то меня шотнуть хочет. Все, шотнул. Ну вот, допустим, я такой резнулся, да? Отбежал ото всех. На меня зеленая хуйня уже повешалась. И фиолетовая параша, вон колодец. Это вообще весело, нахуй. Так, метки пока мне не дал. Но на мне была зеленая уешка. Вон конфликт, но стресс словил. На мне синяя метка. Но метка еще не повешалась. Вот зеленая повешалась, и на мне зеленая метка. Вот просто, чтобы вы понимали смысл. Когда челиков бэрают. Вообще очень сложно. Короче... Тут надо прям, чтобы никто не падал. Прям, блядь, ебашить. Четко все выполнять. Это вся тактика, у него не будет больше никаких фаз. Больше никаких фаз, все это по КД повторяется. Ну, единственное, тут как бы рандом в том, что вот, ну, бернуть нельзя. То есть вот я сейчас резнулся, да, мне на видео показывают, что на мне метки еще нет, но на меня кидается и зеленая параша, и фиолетовая метка, нахуй. И я сам от себя конфликт славливаю. То есть я, на меня... Повешалась фиолетовая метка, которая 70 тысяч дамага наносит, если не сбежаться. И на меня потом кидается зеленая метка. Она разливается, лужа нахуй, и я ловлю конфликт нахуй. Все от него умирают. То есть, ну, в этом смысл. Конфликт это то, что шотает весь рейд. Просто весь рейд. Короче, это самое все. Так, мы второго босса убили. 450 за первого дал, 450 за второго, давай. Ну и за эту собаку там, не знаю, пускай будет... 600, наверное. Все, тогда до вторника идем чилить. Вот. Там как